Новый культурно-исторический парк «Графская» открылся в Приморском Дальнереченске. Площадь общественного пространства почти 20 гектаров, на которых расположились прогулочная зона, видовые площадки, обращенные на реку Уссури и в сторону Китая. Почетным гостем на открытии стал губернатор Приморского края. Этот парк, это место и в дальнейшем будет благоустраиваться. Мы будем содействовать тому, чтобы сюда была асфальтовая дорога. Рядом здесь великолепные лыжные прогулки. Поэтому здесь, как мне сказали, будут и танцы проводиться. Поэтому, мне кажется, это будет одним из любимых мест дальнереченцев. Ну и оно будет не последнее. Строится детский парк. В этом году будет сделана половина. На следующий год он будет открыт. Поэтому Дальнереченск благоустраивается, хорошеет. Этот уникальный проект удалось реализовать благодаря победе муниципалитета во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Сумма гранта составила 100 миллионов рублей из федеральных средств. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.